Ближе, ближе, Митя, ближе, ближе, можно, можно, можно. У тебя есть игрок. Оп. Значит... Флаг смотри! Ой! Один стоит совсем, ребят! На четвертое поле приглашается команда «Витя» и «Амфоль». На третьем поле встречается «Витя» и «На втором поле играет Макс! Голову поднимите! Хорош! Давай! Разгоняй! Хорош, Мить!
лес. Пять минут. Что там? Да, 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 прошло. Дима! Да? Дима! Уже. Давай, ребят, замен! Сань, сколько времени прошло? 5:50. Ага. Скажи, как здесь будет? А, ну, хорошо. Пропусти! Наверное, 7 минут. Первая пара, приютный фронт Юкин. Подойдите, пожалуйста, к канату. Ой, давай. Костян, Костян, суди, суди. Вторая готовится, провинциальная семья Монолит. Да, далеко, Тём. Подожди, подожди, пусть. Дали, дали, ребят! Дали фланг! Сюда! Хорош, хорош, Жака! У стены, где дорога. Сейчас опять давай. Вот я тебя вижу, блядь. Да, вот большие, нет, налево, когда вижу, вижу, да. Вот рукой большой, большой ворота. Рядом баннер, видишь? Видишь? Белый. Блядь, через, вот ты налево смотри, на другие поля. Вот, вот видишь, вот играет Наполи, играет, видишь? Хорошка! Она... А мы еще по позиции! Он... Наполи с Александрией играют, вот видишь, они смотрят, а справа я стою. Блять, ты иди на эти поля, во-первых. Понял? Я тебя вижу, ты гениально. Давай, как в фильмах. Вот, обернись ровно, а в противоположную от меня сторону смотри. Да центр, смотри! Вот! У меня хоть и навесы нужны, блядь. Давай! С тобой! Вот, пожалуйста! Да дальше идите! Парни, отойдите немного подальше! Держитесь немного подальше, помешайте! Отойдите немного подальше, реально, вы помешаться будете! Стоп! Ребят, до двух побед! Непонятливый вестэм! Победа Юнион, первый минусный Юнион ты. Приглашается команда «Провинциальная семья» Монолит. Ты справа, да, или где ты? Super Bunsley! Охрана, зовите, пожалуйста. Есть телефон. Это ты что? Че было, блядь, даже есть? Знакомый Дим Стас, да, знакомый. Мы все равно не знакомы, Стас, спа. Блядь, даже кто это не знал? Хорошо. Чё бы есть, блядь?
Я легитимный, я думаю. Пожалуйста, все зачетную линию. Бля, это дело моего. Давай, отработай на заменку. Давай, давай, дорогой. Да, сейчас время уже 10 минут. Да. Замена. Все. Да, 10. Уже 10 играл, да? Да. 10, да, площадь. На следующем перерыве. Победа за команды «Провинциальная семья». Следующий минут в фронт капитана. Давай. Команда «Капитан». Команда «Капитан». Ой-ой, блядь! Все, капитан, на месте! Урбай! Правильно, ну ты где? Правильно, ну ты где? На первое поле приглашается Шеди Форс и Дэвин Стивс. Лёха, Thank you.
Первый раунд победил этот раунд. Ну, не то, что не в последний момент, а я звонил, узнавал все сам, но тоже за несколько дней, а если бы я, там, ну, как сказать, в время проекта, я... Мужики, кому заменку говорите? Дальше Юнгберг и Витер. Победа молодой семьи! Юнгберг и Витер! Юнгберг и Витер! На четвертое поле приглашается посмотреть Белый Фронт Вайт Хорс. Диалоги, диалоги. Команда Визу, первая. Семисла. Где твой локатор? Пожалуйста, явитесь на театр команд. Канада. Видите? Видите, Тайска? Шалалала! Парни, еще раз отойдите немного, вот здесь вот состоите. Ой, хорош, Тёма, хорош! Победила команда «Юнгольд». Следующий будет «Монолит» и «Ярослав». «Монолит-2». «Монолит-2» и «Ярослав». Thank you.
вылетел, набрал, блядь. Ярославка в синем углу, это не удивительно. Ребят, замена есть? Сейчас узнаем, молодая назад или синий, что победил. Молодой азарт или синий, ставьте дело. Ой, блин! Синька, Синька, выиграли! Парень молодые, не пухните, двадцать три. На третье поле приглашается вне политики и форта. Но уже будет конец. А, ну все. Сколько уже сыграли? 24:50. Выходи. Все, сейчас мы 5 минут конечно. Ну почему? 5 минут просто таймер. Почему? 24:50. Ладно. 24 минуты. 25 минут. 25, да. Ребят, спорный момент тут возьми. У нас парень спадется за порчей. Давайте, вот, чтобы не было споров, еще один раунд. Все по-честному. Если
Сборная чести, давайте! Сборная нам! Кто победил, тот победил! Юрин, давайте, еще разок! Дим, сейчас 30 прошло. Оставить? Нормально, играем. А.
Тихо. Ты можешь залезть, посмотреть за мяч, если есть прохожие, попроси, чтобы полетели, пожалуйста. Помогите ему. Сейчас, 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 Сима, полез. И подсядь туда, помоги, чтобы тебя посадили. Помоги мне, причем все. Одна 40. Менять вы не будете? Почему мяч видит? Ну, у нас вот селекка зеленая, а вот это, видишь, синий. У нас вот так же какие-то покупали. Нет, я вам дал 18 перед игрой. Так он надо встретить. Я даже не знаю, Вера. Чем? Я вообще шутку не знаю. Я задумал, как моя знакомая комиссия от скуки смотрела с кресла. Столько раз на тебя и на Диму рассмотрелся. Там даже должен быть не 200 метров. Блять, я зашел! Да, да, да. Он Миша там пошел. Больше ночью? Как в Тунисе, охуенно? Ну так, скучно, я на две недели поехал, блядь, в пятизвездочный отель. Там долго две недели, объясни. Да, почему, да, почему? Да просто там ничего нет. Ты тоже в Тунисе, что ли? Нет, в этот раз. Слушай, я пойду, мне надо ворота эти долго, наверное. Давай. Сука. Ну да, просто в Тунисе там, не знаю, там один аквапарк, но все странно. На экскурсии съездил несколько, все. Ну, на экскурсии вот это, нет, нет, а в города? Ну, вот как раз там есть этот, получается, Хамамед, который один курорт, и один СУЗ, университет, аэропорт. Это два самых главных. Ага. Вот в Хамамеде практически ничего нет, поэтому он два часа стоит на аэропорте. Ага. То есть все как приезжают, едут 8 часа на автобус. Естественно. Вот. И там есть, например, вот этот Ситибу Саид, короче, голубой город, может, кстати. Прикольно. Вот, замечательность. Ну все, я обычно дети там вот есть. Смотри, смотри! Экскурсия там долго, на 3 часа. Ну крутая, да? Да, я люблю, это крутая экскурсия. Ну, и? Что-то еще, я уже не помню. А море как там? Ну, хорошее, это даже вообще один из лучших. Песок там? Да, прям ровно стоял, вот так вот сделано все. Вообще не так. Вот на ровно. Знаешь, как эти дети стоят, спокойно все. Короче, 4 звезды на включаются. Вот там этот хороший сеть, по-моему, Орач называется. Дешевый или нет? Я уже не помню. Тогда было мне не очень. Но я не дешевый, чем Орач. Алло. Здорово, Дашка, привет. Сколько там время, слушай? Да уже 34-50 сыграно. Здесь... А, 34 переиграли, да? Ну да, да, да. Ладно, переиграли. Мне нужно, чтобы они были к понедельнику точно. Вот, понимаешь, какая штука. Они сегодня есть, а сегодня суббота. Они должны к понедельнику с утра быть, чтобы я их отдал именно за ламинат. Ну тогда Полина тебе должна их передать, потому что она дома, да? Или как? Все, давай, давай, хорошо.
За мячом сходили в поле, да? Да, да. Да, 37-30. Давай. Все закончится? Ну, сколько там? 40? Не знаю, давай. Пока нас не выгонят. Давай, давай. Решили вообще без даже если не меняться, да? Воротами, да. Да нет. Слабо пошел, еще лево. Отдай. Ну, Леша, бля! Кто так отпускает игрока? Нет, не дай. Ну что ты говоришь, Леша, ты сел в него, сейчас ты говоришь. Давай, Тём, догоняй, догоняй! Хорош. Или пас даю. Давай, Митя, давай!
там куда-то предлагают поехать с Кушиным поиграть. Ребят, Ярослав, 5 минут отдыхаем и идем с капиталами. И с капиталами с капиталами. Если выигрываете, у меня будет отчет. Если выиграть, не знаю, как он мне идти. Провинциальная семья! Футбол, идите играть на четвертое поле! Провинциальная семья! На четвертое поле футбол! С продлем! Давай на четвертую! Миша, махни! По времени сколько знаете? 43.05. Кому? И четвертое поле приглашает команды Вики в поле. И на первое поле провинциальной семьи. Сколько играется? Эх, они сдох. На первое поле приглашает команда провинциальной семьи и продлем. Ярославка! Ярославка приглашается в вытягивание каната. Не расходитесь, сейчас
Команде Крепитов необходимо идти играть в футбол, поэтому давайте сейчас поговорим. Будьте заметными. Поговорите как настоящий хорош. Настоящий хорош. Настоящий хорош. Наконец! Молодцы! Давным-давно пора! Молодцы! А то катаем! Дальше хотели поправить.